лампочка горит, вот тогда она снимает. До этого она не снимала, так что не будешь ты звездой. Она с меня уже трусики сняла. Да, я понял. Давай не долго. Короче, смотри, ради тебя. Не, без троллинга. Ну. Тебе же около 30, правильно? Ну. Я просто хочу сказать, что ты очень крутой чувак. Вот, да. Ты не Александр Шепс? Я Александр Мекс, блядь. Меф, нахуй, Александр Меф. Короче, не, без шуток, ты очень крутой водитель, потому что у нас вчера попался, знаешь, какой? Я не знаю, он куда-то ушел. И уехали дальше с собой. Потому что я могу сказать, он ушел куда-то из машины, блядь. Я сказал, я говорю, музыку можно? Он говорит, можно. Я говорю, что нахуй можно, блядь, можно музыку? Он ушел из машины. Короче, анекдот, смотри. Заходит мужик к врачу. И говорит, доктор, у меня проблема. Вы смеяться не будете? Он говорит, нет, не буду. Что у вас такое? Он говорит, бля, у меня яйцо опухло, пиздец. Он говорит, ну показывай. Почему мужик достает из кармана? Вот такое яйцо, вот такое. Посмотри. Доктор начинает смеяться. И мужик, знаешь, что говорит? Ну ладно, я вам опухшую не покажу тогда. Типа это яйцо нормально у него было. Ну ладно. Ну да, это смешно. Реально? Реально? Я сейчас выйду нахуй из машины. Тебе в стендап надо идти. Короче. Я тебя найду, я тебе ключик найду, смотри. Слава Комиссаверка вообще по сравнению с тобой, пацан. Слава КПСС. Короче, заходит бегемот, заходит бегемот. Угу. А ты не из Татарстана случайно? Нет. Бегемот с лягушкой на голове. Когда говорим дальше. Да все, замолчите, тихо. С лягушкой на голове заходит к доктору. И бегемот, доктор такой, что у вас произошло? Бегемот открывает рот, и лягушка такая, бля, у меня что-то к жопе прилипло, нахуй. Смешно. Ты, сука, я выпрыгну сейчас, я тебе говорю. Если ты не посмеешься. Открыть окно? Да не, не надо, ладно. Ну, чтобы выпрыгнул. Да я помолчу. Я просто казался, он не казался нормальным. Казался нормальным, да? Не, мне казалось, что ты хочешь посмеяться. А так, ты нормальный. Кипровский дворец, кстати, знаешь, персиковый. Да, Персиковый дворец. Там Петр жил, типа, и потом умер. Да? Рядом умер на клумбе, блядь, если жалко. Пушкина была такая же. Марсово поле. Это типа экскурсия началась, да? Да, да. Марсово поле с марсианами не связано. Серьезно? Там Марсово, хуй знает, почему Марсово, мы там пиво пили как-то. Ну, Марсово, я не знаю, почему. Марсиане? В военное время это картошку садили. Это реально? Да. Я серьезно тебе говорю. Серьезно, в блокаду тут садили картошку. Здесь жили, понял, все. А ты не ходил на парад? Не, не ходил. Я тут работал, я тоже не ходил. И, блядь, салют не застал, я домой поехал. Типа ждал, он с Челябинска прилетел. От собак моя, челябинская борзая, знаешь? Черно-белый тагаган. И ты сам родом из Челябинска, да? Не, я татарин, бро. Ну, из Татарстана я не татарин, татарин похуй. Да смуга, ты 100% татарин, блядь. Мама говорит, может, ебалась с соседом. Я не знаю. Мама тебе много чего говорит. Но... Она реально говорит, нагуляла Стоп. Тебя. А как, от какого Рената, не знаю. Давай здесь. Да. Окей. Все. Все, видишь, вытерпел. Я тебе говорю, ты вытерпел. Все, счастливо. Да. Не забывайте вещи. Не забудь. Хороший тебе пассажиров, братан. Да. Вот с такими клоунами приходится иногда работать. Это так. Если формат понравился, лайк поставь обязательно. Напиши в комментариях. Смешные, может, чувака шутки, а может, у меня чувства юмора не было.